О! Это серьезный палец. Ромка, о, машала. Аванчик, серьезно, валикум ассалам. Серьезно, валикум ассалам. О, салам алейкум, как дела? О, машалла. О, Славик! Здравствуйте. Уважаемые родители, всем ассалам алейкум, доброе утро. Сегодня мы выезжаем на 12-дневный сбор, который пройдет в Узбекистане, в Ташкентской области. Иншаллах, с 1 июля по 11 июля мы будем находиться на сборах. Завтра приезжаем в Чимкент, выходим с вокзала и нас ждет трансфер. Проходим границу, пройдем границу, сразу садимся на трансфер, выезжаем до базы. Доезжаем до базы, расселяемся. Жить мы будем в детско-оздоровительном лагере Кунча. Вот. Все будем жить под единой крышей в одном корпусе. Трехразовое детское питание там, двухразовые тренировки. Сразу скажу. Сети там не будет, будем выходить раз в день, утром, рано-рано будем выходить, спускаться вниз на прогулке, и дети вам будут звонить, писать. Сбору готовы. Ли Данияр, 5-е место, заходи. Махсутов Зангар, 6-е. Есмуханов Рахат, 7-е. Харжаубай Альтаир, 8-е. Альтаир. Кабыкен Раймбек, 9-е. Асан Алишка, 10-е. Класс. 11-е. Баймухан Арлан. 12-е. Демиген Ислам. 14-е. Бакатулу Санджар. 15-е. Ашимов Алан. 16-е. Пышнов Дима. 17-е. Баймухан Алихан. 18-е. Берег Диас. Посмотри сюда. Ровно-ровно поправил. И теперь постельное. Под матрас убираешь аккуратно, видишь? Аккуратно? Не слышу. А теперь натягиваешь постельное, чтобы волн не было. И с той же стороны также аккуратно делаешь, понял? Пошел, сейчас проверю. И не мучайся в следующий раз. Анджик, вот ты здесь, вот чтоб как у тебя было, понял? Тютельку в тютельку все заправлено, ни одной волны чтоб не было. Вы вообще молодцы. Купе, да, себе сделали? Орлашка, полностью проверишь, понял? Ага. Да. Вы почему не стелитесь, я не понял? Так долго, до завтра хотите просидеть? Нет. Быстренько, сам первый постелился, смотри сюда. Будешь постельное сейчас стелить, заправлять. Полностью обучаю их, понял? Да. Как это закрыть? Окно? Да. Есть проводник. Проводника попросишь. Смотри, вот когда тренера нету, вместо тренера идем Санджар сюда. Вот твой старший брат, его зовут Санджар, ты знаешь? Mm-hmm. Вот, все вопросы к нему. Если Санджар на них не может найти решение, Санджар подходит ко мне. Если мы все вместе не можем найти решение, мы все вместе начинаем думать, ты понял? Понял. Вот, видишь, кто сейчас стоит? Сейчас тренер стоит и... Санджар, вот обратись, представь, что тренера нету, обратись к Санджару. Санджар, а как закрыть окно? Все, пошел? Она просто мне постель мешает, если она хорошо, вот открою, она все. Ой-бай. Из-за этого ты плотнее максимально заправь. Славик Джан, посмотри вот. Герназар четко, он плотной вообще. Наушники одел. У него жизнь вообще. Вообще у него жизнь удалась. Посмотри на него. Он наушники одел, пирожки есть, все. Никто не беспокоит, тренировок нет, никто не отвлекает. Слава. Еще раз увижу, в плацкарте твоем кто-то так заправил, не обижайся. Вот смотри, есть Амирка. Вообще у тебя самый нескучный плацкарт такой. Амирка есть, еще вопросов. Есть Ереке, Мунжарам вопрос. Это человек-еда. У него здесь мини-магазин свой. Ты что здесь устроил, а? Рома, убери аккуратно, нужно будет достанешь. Бой свои пятой точки положил. Ездит уже не первый раз в вагонах.
поезде вообще, вон уже как заправляет. Атлет красавчик. Те, кто не знает, пойдемте со мной. Смотрите, вот здесь кипяток, но только аккуратнее. Нужно ручку повернуть в правую сторону, видите, выливаете. Теперь берете, открываете. Приправу закидываете вовнутрь. Соус тоже. Набираешь кипяток, посмотри сюда. Сколько тебе нужно, максимально плотно подносишь. И заливаешь кипятком, понял? Потом останавливаешься. Поворачиваешь в левую сторону. Держи. Но если ты скажешь ему слово «шашлык», он за шашлык готов сделать все. Не только научить тебя складывать кубик, рубик собирать, он научит тебя всему бизнесу. Как зарабатывать деньги, как стать миллиардером. Но если ты будешь покупать ему бургер с шашлыком, Рома будет твоим вторым отцом. Рома сделает все, чтобы ты стал успешным. Чтобы все стали успешными, поняли? Дружите с Ромой. Но дружба с Ромой начинается с бургера и шашлыка. Поняли вы? Здесь пацаны монополию играют, мастера уже. Пять? Давай. Покупаем. Пушкинская? Да. Моя площадь Маяковского. Раимбек, подними руку. Смотришь за Асаналишкой. Где Асаналишка? Асаналишка, иди к Раимбеку, быстро. Рахат, смотришь за Альтаиром. Где Рахат? Альтаир. Альтаир, иди сюда. К Рахату, быстренько. Орлашка, смотришь за Исламом. Ислам, к Орлашке. Орлашка, возьми Ислама. Санджик, смотришь за Шимовым Аланом. Дима вместе с вами. Алан, где Шимов? Сюда. Алихан вместе с Берег Диасом. Диаса, возьми с собой. Где Диас? Быстро. Файзлаев, Спандияр, Алимжан, Нуржигит, Саян. Четвером. Спандику, быстренько.